Около 50 человек приняли участие на утренней разминке в минувшие выходные. Поучаствовать могли все желающие. Как отмечают организаторы, в Кокшетау массовая зарядка в этом году проходит впервые. Главная цель данной зарядки – привить у молодежи чувство здорового образа жизни. Это мероприятие проходит в этом году впервые. Будем теперь планировать каждый квартал такие утренние зарядки. Меня позвали сюда от нашего замечательного колледжа. Эта зарядка была очень запоминающейся, веселой. Здесь достаточно позитивно, много очень открытых, добрых людей, которые принимают, которые заряжают своей энергией. Я хочу, чтобы вся наша молодежь вела здоровый образ жизни, делала зарядку по утрам, правильно питалась. Это очень важно для нашего нового поколения, для Казахстана в целом. Организаторы намерены и дальше привлекать молодежь к ведению здорового образа жизни. Проблема наркотиков в стране еще остается актуальной, и молодое поколение нуждается в просвещении их вреда. Зарина Беккалиева, Медет Кайркенов, Амиркой Шибаев, Кукшы Ахпарат.